Привет! Раз вы уже здесь, хочу напомнить. Уже совсем скоро, 23 июня, мы начинаем наш профессиональный онлайн-курс «Любовь длиною в жизнь» для тех, кто хочет обрести мир и гармонию с самим собой, со своими близкими, укрепить свою семью, помочь своим детям стать личностью, найти свою половинку. Какая ты молодец, что записалась! Вчера мне позвонила женщина и сказала: «Я так хочу прийти к вам на консультацию, но мой муж против. И я думаю, что если только я буду заниматься улучшением наших отношений, ничего хорошего из этого не выйдет». И вот она записалась. Вы знаете, для начала совершенно достаточно, что кто-то один вкладывает усилия на благо семейного счастья. Это как в умножении двух чисел. Даже если одно число остается неизменно, и только другое меняется, результат увеличивается. Конечно, когда растут оба числа, результат несоизмеримо больше. Но для начала достаточно одного. Как правильно вкладывать силы и как пробудить в муже интерес и желание вкладывать силы для семейного счастья? Этому и не только. Мы будем учиться на нашем профессиональном курсе «Любовь длиною в жизнь». Даже если вы думаете, что ваш муж не интересуется и не вкладывает усилия в ваше семейное счастье, это не всегда так. Иногда ваш муж думает, что он очень старается. Как правильно обращать внимание друг на друга, чтобы это было видно обоим, мы будем учиться на нашем курсе. Мы начинаем 23 июня. Записывайтесь уже сегодня. И, может быть, вы получите скидку в 25%.